Погонь. Еще погонь, летающая погонь. Погонь с крылышками, погонь с длинным брюшком, погонь с маленьким брюшком. Димочка! Димочка! Как же одна пауков, как же Дима ненавидит пауков! Дима, расскажи, как тебе практика? Господи! Хочешь пойти бенчиками? Бенч? Там мули так много, они тебя полностью обсосут. Это снаружи, лето внутри. Всем здравствуйте. Шоу, четвертый час практики, а мы занимаемся вот чем. Булом. Вика ест? Неудивительно. Вот на слайде у нас червяки комаров. Как обычно, я ничего не учила, но как-то выживаем. Где мои деньги? Где мое эфирное время на первом канале? Я не понял. Нужно больше денег. Вот тебе твои деньги. Кожаберный, пустынный, активно плавающий и чип. Обитает в пустоте, ущипает всех на паром и как. Активно плавает и камнеет. Плавание ощущается так, как у лечебки ведущего оти. Такой замечательный день. Мы сдали зачет по зоологии, особо да. Невкусно. Так ощущение, как будто у него интервью. Мы сдали зачет вовремя по зоологии. Да. Но это ничего. Это мелочи жизни. А вот зоология. Да. Это да. Это большое достижение. Ну, а мы сегодня видели абитуриентов. Вот. Бегите, глупцы! Показывай, как правильно мыть ноги. Давай. Линия, помыть комок, Балкина. Все. Угу. Потер о камушек. И никакой щетки. Да, так. Ну стой. Ну-ка. Очень чистый. Все, хорошо. Еще давай. Это грядущим поколением. Да. На заметку. Угу. И вторую так. Метод. Все, обулся. Мой, это мой метод. Заполните, да? Надо правильно мыть ноги. Сегодня строили плотину. Это было очень весело. Вода была очень такая... Сказать, что она была холодная, это значит ничего не сказать. Но мы все равно купались. Это было весело, это было здорово. Чудо инженерии – это наша плотина. Мы ее вам покажем позже. This is
Как водичка? Бесаме мучио. Uno, due, tre, quattro. Джентльмены. Это практика по ботанике 2016. Это Чирышский район, и мы возвращаемся в лагерь. Да. А ножки-то от бедра, Ира, от бедра. Ну-ка, давай, продемонстрируем. Давайте закончим на этом наш репортаж. До свидания. Александр. Just like fire.